вопрос Федора Емельяненко и Рамзана Кадыра. Ну, никто же ничего не забыл, как это было. Вопрос был решен кулуарно. Стул сломался в голову парня. Ну, парень крепкий, слава богу, молодой, все нормально, да? Но... Мы предложили на карете скорой помощи отвезти человека, которому пробили голову. Они от консультации отказались добровольно, и, конечно, не смогут добраться сами, куда им будет необходимо. Никогда такого не было, и вот опять. Буквально две недели назад отгремела массовая драка на турнире по БЖЖ, где вместо ожидаемого респекта и болевых с удушающими мы увидели сокер и лоу-кики. Как вдруг беда постучалась к нам, ММАшникам, в дом, и вместо лоу и сокер-киков мы увидели удары стульями и кражу телефона. И вроде бы типовая ситуация в сфере, где массовые драки и сломанные челюсти судей решаются вне рамок правового поля. Но в этот раз нашелся человек, который решил перенести этот кейс в законную плоскость. С ним, участником драки и организатором турнира, где все произошло, я решил поговорить, чтобы все-таки разобраться, кто виноват, почему и будет ли за это отвечать. Впереди нас ждет много интересных боев, в том числе противостояние Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Наши друзья из букмекерской компании FonBet дают возможность ставить на ваших фаворитов по отличным коэффициентам. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии под этим видео, получайте бонус до 10 тысяч рублей и ставьте на лучших. Спасибо FonBet за то, что поддерживают наш канал. Свидетелем событий, увы, а может быть и к лучшему, я не был. Участниками событий были наши друзья, воспитанники, в том числе и нашего клуба, Павел Муртазин. Привез на вышеуказанный турнир своих воспитанников, своих спортсменов. В качестве зрителей еще приехали дети-подростки, их родители. Конкретно вот эта массовая драка началась, ну, ссоры со словесной. Вот. До этого тоже были потасовки, на которые не переходили в драку. Ну, то есть удавалось уладить все, ну, мирным путем, скажем так. Но мы не участвовали в этом. То есть там другие команды были, совсем другие люди. И там и с судьями тоже вопросы были. Вот. Ну, драк не было. Насколько я знаю, драк не было. Это просто была очередная вспышка, скажем так, гнева, ярости, которая уже, собственно, перелилась в массовую драку. И она была инициирована ребятами, которые были, типа, не согласны с решением судейским в поединке, да? Там нет, там сложно было не согласиться. Бой был, ну, не назвать его прям совсем односторонним, но все-таки в поединке там дрался как раз вот мой воспитанник, не мой воспитанник, но сейчас тренируется у меня уже не один год, Еркинов Санжар из Узбекистана, он сам. Вот. Он, ну, был сильнее соперника, это было очевидно. Ну, может, если это была не доминация, то, ну, он превосходил. И вопрос времени был, когда он выиграет. В принципе, к судьям вопросов вообще никаких не было. Ну, в наших боях точно ни одного спорного решения не было. И, ну, Санжар выиграл. Там была просто перепалка со зрителями. Ну, зрители вели себя, честно, очень плохо, как бы. И брань, и ругань, и там похлопывание по спине, типа, сядь, мне не видно. Ну, то есть, как бы, я секундант, я должен здесь находиться, там у меня боец дерется, там не надо мне хлопать по спине, сядь. Там, да? Ну, вот такие моменты были, их было много. Клетки было тяжело пройти, то есть, ну, играет музыка, что боец должен выходить, мы идем, мы не можем клетки пройти просто, как бы. Ну, организаторы, естественно, они как бы пытались навести порядок и по громкой связи, и непосредственно спускались как бы до, ну, вниз и объясняли, что так тебя нельзя вести там. И охрана тоже, ну, работала, тоже там объясняли, что не надо стоять в проходах. Ну, это в каждом бою было. У нас там в 26-м, по-моему, бою вот как раз началась потасовка. В 26-м бою, то есть... мне кажется, что где-то было с 10-го, там, если не раньше просто, я раньше даже в зал не входил, уже там постоянно, что разойдитесь там, ну и постоянно, в общем, беспорядок вот этот творился. Я бы не называл, на самом деле, это массовой дракой. К сожалению, прошел конфликт между двух спортсменов, ну как спортсменов, одного секунданта и одного спортсмена. Секундант оказался не сдержанным, без понимания о спортивном поведении, что это такое. Позволил себе оскорбительное заявление в плане того, что он сильный боец, не повезло, засудили. Ну, то есть много всего наговорил такого, что не имело никакой абсолютно
под собой фундаментальные основы. Просто парень не согласен с тем, что они проиграли, ему стало обидно. Вот. После чего в этом конфликте он нанес удар, из-за которого, само собой, появилась некая потасовка, попытки людей утихомирить одного и второго, растянуть их. Люди, конечно, встревожились, тем более зрители, это неприятный инцидент и момент. Все пытались как-то препятствовать этому, но когда у людей нет понимания того, как нужно себя вести, это сделать очень сложно. И здесь нет разницы какой-то этнической группы, какого-то вероисповедания. Если этих знаний у тебя нет, то там хоть будет 200 человек охраны, ты сделаешь то, что хочешь, нагадишь, настрешь и убежишь. После того, как этот турнир перерос в побоище, не хочется говорить в избиение массовое, но оно, может быть, так и было. И об этом стало нам известно. И поскольку мы все одна дружная семья спортивная, также ребята являются участниками нашего общественного движения. Я, как председатель общественного движения «За развитие Института гражданского общества и самоуправления Возрождения», следуя своим обязанностям, написал официальное обращение в ГУВД города Москвы, в прокуратуру города Москвы. И, соответственно, мы записали два видеообращения, мое и Павла Муртазин. Предварительно ознакомившись, что происходило, каким образом, посмотрев видео, материалы, которые имелись в сети, имеются в общем доступе, в принципе, есть ознакомление, возможность ознакомиться с видеозаписями, которые велись стационарными камерами в торговом центре Подсолнухи. Картина такая, удручающая, увы. И вот сегодня мы имеем первый, может быть, он не первый. Не первый. До этого, может быть, было это без нас. Я в части говорю, ребят, Средней Азии, когда они вышли за рамки. Но мы те люди, которые подобное осуждаем, это раз. И рассматривать мы это будем в правовом ключе, исключительно. Если многие предпочитают это вопросы подобно решать кулуарно, вопрос Федора Емельяненко и Рамзана Кадырова. Ну, никто же ничего не забыл, как это было. Вопрос был решен кулуарно. Нападение в номере на Радмира Габдуллина. Это было место, имел. Как это был вопрос решен? В правовом ли ключе, все ли рычаги государственные были включены, чтобы все это было сделано? Как? Люди хотят справедливости, люди хотят объективности. И видеть хотят, что закон доминирует. Где власть? Власть не была замечена. Еще, ну, я пару примеров еще вспомню, да? Эдик Вартанян тоже массовое нападение, групповую избили, все это. Расул Мирзаев, это уже вообще за рамки выходит. Вроде бы сбудили дело, затерли, куда-то все это дели. Что это? Куда? Для кого? Что этого не было? Что такого больше не будет? Вот стремиться к тому, чтобы этого не было, наверное, все мы должны, во многом старшие должны в этом принимать участие. Не идти на поводу того, что сюда сейчас приносит. Битва за хайп. Что-то в этом, наверное, есть положительное. Но как оно здесь приживется? Так ли это нужно делать? Всем нужно очень здорово думать на эту тему. Но при этом... Вот, говорил. Да, на той же битве за хайп, опять же, массовых драк на турнире на самом нету. Мне кажется, что эта проблема немножко не позиционирование какого-то, а организаторов. И про это как раз тоже хотел спросить. Вы выходили на связь с организаторами турнира и пытались ли с ними как-то обсудить, что произошло, почему не было охраны, почему до этого всего было доведено? Не вижу смысла мне вот эти вопросы выяснять. Все эти вопросы будут заданы в рамках расследования по нашим заявлениям. Они не мне должны отчитываться или не мне предоставлять какие-либо сведения. Сейчас будут конкретные оперативники, они уже есть, которые будут делать официальные запросы. На эти официальные запросы они будут официальные давать ответы. И вот тогда пригодятся все эти сведения, что у них есть. Их полное участие нужно будет. Вот этот человек, вы говорите, что он уже известен, это один из секундантов. Да, он к вам обращался, он пытался извиниться, может быть, перед теми, кем начался конфликт.
Михаил, самое, что удивительное, нет, он не пытается выйти на связь, более того, этот человек пропал со связи, но все его данные уже находятся в органах исполнительной власти, правомерных, и его поиски уже ведутся, и его, и секундантов, и друзей. То есть все зачинщики, которые устроили этот конфликт, дали возможность для попытки срыва мероприятия, проявили свою несдержанность, глупость, я бы сказал, в чем-то, они установлены, их уже разыскивают. Поэтому, я думаю, вот-вот их привлекут к ответу, и мы это скоро узнаем. Как я видел, что кому-то разбили голову, у кого-то украли телефон, все так и было или что-то еще случилось? Нет, все так и было, что я не знаю насчет, как украли, это как бы сложно сказать. Он выпал, скажем так, в момент драки. То есть в карман никто рукой не лез, из рук никто не забирал телефон. Но во время драки вот этот парень упал, его там еще, ну, лежачего ударили пару раз. Ну, вот в этой, как, вот в этой суматохе где-то выпал телефон. И уже его не смогли не найти. Но мы особо в зал уже не возвращались, понятно, там один человек прошел, пытался звонить, телефон был выключен уже, все, нас аккуратно вывели, и мы уехали. После 26-го боя турнир закончился, там же должно было быть 50 боев. Насколько я видел в, ну, в соцсетях, бой, турнир продолжился. Забавно. Организаторы после этого выходили с вами на связь? Да, выходили. Что они говорят? Ну, они извинялись, им неудобно за эту ситуацию, что, ну, они чувствуют ответственность за это. Ну, на самом деле, ну, я не знаю, у меня претензий нет к организаторам. Ну, вот как нужно было предотвратить еще? Ну, наверное, возможно, нужно было остановить турнир, да, как-то. Как минимум. Может быть. Ну, как минимум, может быть, да, но... Опять же, там и охрана пыталась, ну, все сделали, что могли, там и охранникам досталось, там также у них и побои, там. Вызвать и полицию, сами организаторы, ну, вызвали полицию, но мы уехали до того, как она приехала. Вот. Может быть. Сейчас, может быть, много можно говорить, но... Почему вы не остановили турнир после того, что случилось, решили продолжить? Ну, во-первых, потому что конфликт был исчерпан как таковой. Медики оказали всю необходимую первую помощь. Мы предложили на карете скорой помощи отвезти человека, которому пробили голову. Они от госпитализации отказались добровольно. И, конечно, не смогут добраться сами, куда им будет необходимо. Тренер абсолютно адекватно себя вел, как и мы. Спортсмены, которые ждали выхода на поединок, они не виноваты в том, что какой-то человек попытался сорвать мероприятие. Люди приехали из разных районов, из Московской области, из других городов даже приехали. И мы не могли позволить себе сделать так, чтобы люди, которые потеряли целый день, месяц на подготовку и приехали сегодня на это мероприятие, из-за действий одного-двух людей, которые не умеют себя вести, не понимают, что такое спорт, пострадали. В первую очередь, кроме шуток, мы делаем это для спортсменов. Это турнир-селекция. Если мы этого не сделаем, никто другой так не сделает. По крайней мере, мы стараемся сделать все грамотно и качественно. Отменить турнир значит испортить ребятам, которые остались, которые не успели выступить, как минимум месяц их подготовки. Это неуважение. И это означало бы пойти на поводу у того зачинщика, который это сделал. Я думаю, это неправильно. На этом мероприятии было 4 представителя охраны с нашей стороны и 6 представителей охраны со стороны ТЦ «Подсолнухов». Суммарно 10 человек на 200 с чем-то человек зрителей. Это более чем достаточно. Но, к сожалению, проблема в том, Михаил, что такие происшествия – это стихийное, это нечто стихийное, и тут сколько нужно охранников, чтобы этого избежать. То есть, если у одного человека не хватило знаний, и он просто ударил другого, то будь там хоть по одному охраннику на каждого человека, этот удар не остановить. То есть, это стихийное бедствие можешь только потушить. То есть, в момент, когда оно началось, принять необходимые меры, чтобы потушить этот пожар, и успокоить, поставить все на нормальный рельс. Что, в принципе, мы и сделали. И сделали, как смогли, я думаю, неплохо. Наша команда сработала очень грамотно, на самом деле. Всех виновных вывели, вывезли. Турнир мы продолжили. Буквально через 5-7 минут турнир был продолжен в штатном формате. Все спортсмены, кто остался и не выступил, провели свои профессиональные бои. Вы расскажете, что всех виновных вы вывезли и выявили. Ну, мне рассказывал и Павел, и Иван Иванов, я сегодня с ними общался.
о том, что, во-первых, похитили телефон, во-вторых, были нанесены тяжкие телесные, у кого-то была разбита голова. Когда вы этих людей выявили, вы вызвали полицию, их забрала полиция? Я объясню. Эти лица в данный момент, в момент составления, как это произошло, они убежали. Это же было мгновенно сделано. То есть они организовали драку, они ее учредили, скажем так, создали проблему и разбежались по сторонам. А по поводу кражи телефона или грабежа, это не так. Спортсмен потерял свой телефон в момент потасовки, он у него выпал, по его же словам. И после этого он не смог его найти. Да, возможно, кто-то из зрителей, из спортсменов, может, кто угодно это мог сделать, забрал телефон. Это логично, такое может случиться. Но это точно не грабеж и не умышленная кража из кармана у кого-то. Присвоение чужой собственности, имущества, да, согласен. Ну, кража в том плане, что узнал, что чужое и забрал, тоже возможно. Но грабеж или умышленно, 100% нет. Много людей, которые, к сожалению, реагируют на чужие вещи, как на красную тряпку. Это говорит, конечно, о воспитании, но это происходит везде, к сожалению, повсеместно. Какой бы вы хотели бы исход видеть у этого дела? Как я понимаю, был украден же телефон, да, вы рассказывали в обращении. Была кому-то рассечена голова. Что вы хотите в итоге получить, когда будет инициировано, ну, оно уже инициировано, уголовное дело, да? Какие исходы должны быть? Ну, я уже и говорил, и повторю, собственно. Ни в коем случае не должны мы, и я тоже тебя прошу об этом, поскольку человек получать влиятельное, сейчас люди будут слушать, смотреть, как мы это с тобой представим, так это будет выглядеть. Ни о каком разжигании розни, неприязненных отношений, ни в коем случае такого нет и быть не должно. Персональной должна быть ответственность. Я сейчас говорю о нападавших. Кто ограбил спортсмена, здесь ни, телефон не пропал, его не украли, а в ходе массового избиения человек пропадает телефон. Это и расценивается как грабеж. Это первое. Значит, побои нанесенные, это сделал какой-то конкретный человек. И его нужно будет найти и дать оценку. Если это группа людей, им именно, персонально, невзирая, ни в коем случае, там, несмотря на национальность, это роли никакой не имеет. И в уголовном кодексе это никак не прописано. Другое дело, были угрозы, применить холодное оружие, да, тоже нужно найти этого человека. Уже там есть примерное представление, кто это делал. Хорошо, не было поножовщины, естественно. Но, наверное, менталитету Средней Азии где-то это присуще, где-то лишний раз нужно достать. Хорошо, что этого не было. Это прекрасно. Были ли экстремистские высказывания? Тоже это надо рассматривать. Их же говорили не все, а кто-то конкретно. Тоже нужно это установить. Это трудоемкая, сложная работа. Все хотят быстрого решения и двигаться дальше. Ну, поскольку я человек сам служил в милиции на тот момент, я подполковник милиции в запасе, я понимаю, что это сложная, трудоемкая работа, но аппарат возмездия, если он будет работать честно и добросовестно, он настигнет того, с кого нужно спросить, соответствующим образом. И второе, чего мы хотим своим обращением, конечно, всех немножечко отрезвить, и принять на себя ответственность за то, что мы делаем. При организации мероприятий, при высказываниях, при действиях. Друг друга поддерживать и где-то друг друга, так скажем, корректировать поведение. Это заявление может привести к тому, что такие вот маленькие местечковые турниры, которых, которые делать дешево, но при этом можно делать много пар, их просто будут запрещать. Вы рассматривали такой исход? Такие турниры будут запрещать? Ну да, потому что если люди поймут, вот, например, почему делают такие турниры, потому что они сделали 50 пар, там сделали там какой-то взнос с бойцов, наверное, да, они же не платят спортсменам, и по-любому они это делают для того, чтобы заработать. В этом ничего как бы плохого нету, но чтобы заработать, им нужно сделать меньше охранников там, чем по сути должно быть, им нужно там сделать меньше медперсонала, они берут бесплатную площадку подсолнухи. Если это настоящий турнир, какой-нибудь мы рассматриваем там ACA, там M1 или Fight Nights, там часто дежурят и ОМОН, какие-то силы правопорядка, много частных охранников, они на этом не экономят, поэтому стычек там всегда меньше, они локализуются намного быстрее. Ну, тут уж надо выбирать, как бы, за что мы. Если мы за безопасность, то, наверное, нужно будет
все-таки находить либо спонсоров. Опять же, я думаю, может быть, федерация будет как-то помогать. Но все равно это же ведь Mixfight. У нас есть официальная федерация смешанных единоборств, союз ММА. Они работают с государством. Может быть, как-то будут выделяться, там, я не знаю, наряд милиции вряд ли, ну, дружинники, не знаю, еще кто-то. Ну, как бы самый простой пример, вот в городе проходит какая-нибудь ярмарка, ведь не организаторы ярмарки вызывают туда полицию, и там сотрудники дежурят. Ну, не они ведь это делает город, да, ну, судя по всему. Вот, также и тут турнир как бы проводится, ну, будет посылаться какое-нибудь письмо, наверное, и будут приезжать представители порядка и все это курировать. Просто ну, проще. Это как бы так навскидку я могу только так предположить, чтобы организаторы не несли как бы финансовые какие-то потери. Может быть, это так можно сделать. Может быть, еще что-нибудь придумать. Но в любом случае, если вы говорите, это не первый раз, я как бы, ну, не знаю, первый раз у них так, не первый раз. Я вижу там иногда в новостях всплывает массовая драка на одном турнире. На другом недавно вот на БЖЖ было... по бразильскому джиу-джитсу турнир проходил, то же самое драка, да, произошла. То есть, ну, как бы мы не застрахованы, спорт – это очень такое эмоциональное, да, все движение, все болеют за своих, все думают, что они правы. Ну, может такое вспыхнуть. Ну, раз это происходит из раза в раз, то, может быть, как бы стоит уже выделять на это сотрудников, там, не знаю. Немножко хотел вас расспросить про турнир. Я видел его анонс задолго до этого. И мне немножко странно показалось, что вы пытаетесь проводить 50 боев за день. Понятное дело, что будут несдержанные болельщики. При том, что пары были составлены по этническому достаточно, да, такому образу. Был ли какой-то платный вход на этот турнир? Должны ли были сами спортсмены платить вступительные взносы за бои и прочее? Вот такие моменты раскройте. Ну, во-первых, пары составлялись не по этническому признаку. У нас мы официальная, на самом деле, организация, и у нас сражаются абсолютно все. Если посмотреть наши карты, у нас все СНГ, Армения, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Чечня, Дагестан, Украина, Россия. У нас сражаются все. Это в основном бойцы-дебютанты, которые хотят продвигаться в стороне ММА дальше, получать какие-то достижения спортивные, получать соревновательный опыт и так далее. То есть, в принципе, мы составляем пары по уровню их подготовки. Там не важно, куда боец приехал, кроме шуток. А есть символические взносы, поскольку у нас нет спонсоров, мы все делаем сами, это технически так. Вот. Все уходит на расходы организации, мы делаем неплохие турниры. На данный момент этот турнир является самым крупным на территории всей России селекционным турниром. То есть больших турниров сейчас нет. Это самый крупный турнир. И турнир, где бойцы могут заявиться, предоставить свои данные, отправить свои анкеты. Мы все проверяем, смотрим. Мы матчмейкер в соотношении их уровня подготовки составляет пару. Спортсмен выходит, сражается, получает свой опыт. А крупный в каком плане? Что? Ну, вы говорите, самый крупный на территории Российской Федерации. В каком плане самый крупный? По количеству проводимых турниров и количеству проводимых пар. Сколько турниров у вас за 2019 год было? Суммарно двух турниров «Колизей» и «Гром» прошло более 25 турниров. Mm-hmm. Это не считая любителей еще. Есть любительские турниры за пояса, за медали, за грамоты. Вот. Как я понимаю, все результаты профессиональных турниров идут в «Шердог», да? Конечно. Такие турниры, как «Колизей», где 50 боев за вечер, такие турниры, как МФЦ и еще как «Грибы после дождя» они растут, когда немножко есть застой в профессиональном ММА, когда там у Вадима нет денег на хороший профессиональный турнир, где охрана работает хорошо, или у того же Fight Nights, они появляются именно потому, что есть спрос на это. Молодым ребятам нужно где-то выступать, и вы не боитесь, что вот это вот сейчас дело, которое вы инициировали, оно приведет к тому, что... не будут организовываться просто такие полу какие-то любительские профессиональные бои, потому что люди будут теперь бояться, и просто людям негде будет выступать. Я не хочу никакую оценку этому дать, я согласен с тем, что если есть какое-то преступление, нужно обязательно, чтобы было наказание какое-то за это, но просто не думайте лишь, что это приведет именно к тому, что просто этих турниров больше не будет, и людям будет негде выступать. Исключать такого, конечно же, я не могу. Мы слышали все наши обращения, что я сказал, что мы заинтересованы, чтобы такие турниры были.
мы сейчас проходим опытным путем. Вы можете припомнить, что подобные истории рассматривались в том ключе, в котором мы направили их? Мы живем в России, и тут даже когда направляешь какие-то дела... Мы можем сказать, что мы сейчас первый раз вот эту историю направляем в правовое, законное русло, чтобы все-таки его вынести на общий суд и, собственно, привлечь к этому правоохранительные структуры. Наверное, это, один из единственных, из немногих, скажем так. Мы сейчас это все вместе проживем, пройдем этот путь, и каждый сделает свои выводы, какие-то выводы вместе сделаем совместные. Мы посмотрим, с чем это все закончится. Как отработают силовые структуры, в чем были правы те, неправы эти. Все должно встать на свои места, и какое-то время пройдет, мы польза будет от этого или негатив, я не знаю, для индустрии. Конечно же, последнюю фразу я считаю неправильно сказал, что польза не польза. Это путь единственный и верный. Всякие подобные случаи рассматривать именно в таком ключе. Но эту практику надо совершенствовать, чтобы она несла как и наказание для тех, кто допускает, и в первую очередь, конечно же, профилактику на недопущение подобного последующего. Вот у меня вопросы конкретно к тем людям, которые начали драку, и которую я ведь пытался успокоить, один из очагов, я не знаю, может, там несколько было, я был внутри, это тяжело что-то увидеть. Я ведь пытался успокоить людей, а люди были явно настроены на драку. На массовую, не на массовую, но они были настроены на драку. Невозможно было, им говоришь, это было в пустоту. Я все-таки за то, чтобы найти именно зачинщиков драки. Можно сейчас просто наказать организаторов и все. Нет. Конкретно же человек начал драку, умышленно начал ее. И конкретно человек забрал телефон. Это ведь не организаторы сделали. Вот человек думал о чем, что он делал, что он совершает. Когда били стулом по голове, стул сломался об голову парня. Парень крепкий, слава богу, молодой, все нормально, да? Но могло по-другому все произойти. Но ведь должны люди отдавать отчет в своих действиях. Ты когда делаешь, что неважно, ты там доволен, недоволен, ты же перешел черту, по-моему, уже полностью, да, совершив там. Смотрите, я за то, чтобы все-таки органы нашли конкретно людей, чтобы там лишних не было, как шумихи лишние, а конкретные люди, чтобы понесли ответственность. Пусть будет административная, пусть какая-то, но чтобы они понимали, что так просто нельзя сделать и все. Вообще, если кому-то рассекли голову, я думаю, что это уже будет не административное, а уголовное. Еще и украли телефон. Просто, понимаете, люди, наша аудитория, она достаточно воинственная, потому что она любит бои. Ребята такие заряженные, каждый за своего приходит топить. Поэтому, по сути, если ты создаешь тепличные условия для массовой драки, то массовая драка будет. Лиги взрослые, да, ACA, например, делают сектора для... По национальностям, например, там это азербайджанский сектор, это армянский. Армянские и азербайджанские сектора никогда не должны быть рядом. Я бы не хотел, чтобы это переросло в какую-то массовую, даже не знаю, как правильно назвать, чтобы там клубы какие-то пострадали бойцы какие-то. Хочу, чтобы просто те, кто совершили противоправные действия, начали драку массовую, там украли телефон, чтобы нашли этих людей как-то. И на будущее еще обязательно, что же не имеет иначе смысла ничего, чтобы на будущее как-то мы все были готовы к подобному. Как вы сказали, мы не создавали тепличные условия для возникновения массовой драки. Просто у нас часто бывает так, что происходит инцидент, неважно, это смешанное единоборство, нет, просто произошел некий инцидент. Все всполошились, поговорили, ничего не поменялось ровным счетом. Такого не должно быть. И на любительских турнирах, и везде, как-то нам нужно... Наверное, стать более такой. Хочешь драться, делись в клетке. Мне очень понравилось там. Это на Fight Night здесь было, да? Mm-hmm. Отлично сказано. Слушайте, там было 50 пар. Кто хочет подраться, сделали бы 80 пар. Я думаю, не проблема было бы сделать. Сделали бы 2 дня турнир. Ребят, зачем здесь драться? В клетке вышли, помахали кулаками после боя. Там, не знаю, обнялись все, разошлись там. Пошли пахать. Это Потому что людям позволили.
Поэтому они нравятся. Да, я просто вижу комментарии, люди как бы что пишут под, ну, там, под видео, под новости вышло. Не на то люди свое внимание направили, не туда пошли. Не надо там национальные какие-то конфликты поднимать, еще что-то. Ну, было там 80% там, ну, условно, выходцев из Средней Азии. Хорошо, было бы там 80% русских, например, или 100%, и была бы массовая драка, было бы легче, что ли? Это уже не первый случай, на самом деле, массовых драк. Мы делали репортаж около полугода назад, есть питерский промоушен, он называется MFC. Там досталось в первую очередь рефери поединка. Да, вот. Мы знаем. И там 100% вина вся лежала на организаторах. Ну, для меня это очевидно было. Ну, там было, да. Там это было на 99%, так. Да, когда вы рассказываете, вы говорите, что вопрос именно вот в нескольких людях, которые вели себя неадекватно. Вы свою вину вообще никак не чувствуете и не считаете себя виноватым? Смотрите, считать себя виноватым за действия людей, которые действительно могли находиться в любом месте, и на нашем мероприятии за 5 лет, это впервые, это о многом говорит, что это впервые, за 5 лет. Это серьезный показатель достаточно. Вот. И говорит только о том, что есть такие люди, которые могут своим поведением испортить любую организацию. Мы всегда грамотно просчитывали количество охраны. Это так и есть. 10 человек на эту площадку – это хорошее количество охраны, которое могло легко обеспечить порядок. Но остановить до момента начала этой лавины, когда один неадекватный человек, который не понимает, как делать правильно поступать, наносит удар – в моменте невозможно. Очень быстро утихомирили, зачинщиков разняли, растянули. Помогали все, даже лояльно настроенные тренеры и так далее. То есть максимально качественно то, что можно было сделать в момент уже этой проблемы, когда человек ее создал, мы сделали. Гарантировать, что пускать будут только адекватных людей, и ты сразу можешь понять, кого можно вообще допускать на турнир по ММА, или на танцы, или на концерт. Это ведь так нельзя, это невозможно. Ты не узнаешь, пока он не проявит себя в той или иной какой-то конфликтной, стрессовой ситуации. И здесь, что ты можешь, это максимально ситуацию утихомирить, загасить и как-то исправить. Мы, в свою очередь, вышли на контакт с всеми тренерами, кто был у нас на мероприятии. Связались с Павлом, у которого не было к нам никаких претензий абсолютно как к организаторам. Ни к нашей охране, ни к нам как к организации. Проблемы и претензии, они в основную очередь именно к тому человеку, который все это устроил. То есть его несдержанность, его неспортивное поведение повлекло за собой подобные неприятности. Для себя мы сделали определенные выводы, мы знаем, что делать дальше на самом деле. То есть как этого постараться еще больше, какие еще меры принять, чтобы это практически можно было избежать. Да, еще важно подчеркнуть, может быть, кто-то прослушал из наших зрителей, что ваш боец тоже был в Средней Азии. Да, мой боец, да, непосредственно. Да, чтобы боец, просто люди там не подумали, что вы какой-то националист, или что такое есть там, что у вас был русский. Это будет очень смешно, потому что я сам не русский, у меня отец мусульманин, Муртазин Рамазан Абдулович, как бы. Это, не знаю, как бы, тут есть хороший человек и плохой, есть хулиган и не хулиган. Я даже больше скажу, что, может быть, тот, кто стулом ударил, неплохой человек, а очень даже хороший. Не думаю. Ну, просто есть действия, за которые, ну, мало ли, в горячей такой ситуации, ну, может быть. Ну, горячая ситуация была, парень молодой, там, еще жизни особо не понимает, там, увидел драку, ах, ворвался туда. Тем более сейчас все говорят, как это круто, как это модно, мы тут толпой с ребятами друг за друга. Это не модно ни хрена и некрасиво. Там человек мог, ну я не хочу краски сгущать, но там при определенных условиях ведь мог кто-то и умереть, да? И это нифига 100%. Не нормально. Вот, поэтому как бы просто нужно первое, это нам сделать выводы, а второе, пресечь, как бы, что все должны чувствовать, что наказание придет. Ну, пусть небольшое, как я говорю, пусть административное, пусть как бы и просто на допрос вызовут, но все должны понимать, что просто так ничего не пройдет. Ну, это вот как бы вот мои такие эмоции, так ощущения моей вот ситуации. Не боитесь ли вы, что после этой ситуации, когда дело было передано в надзорные органы, могут появиться какие-то санкции в отношении вот таких небольших местечковых турниров по ММА и их деятельность как-то ограничат?
Ну, во-первых, я не считаю наш турнир местечковым, потому это что... Это не обидное нас... слово. Не-не-не, я объясню почему. Потому что, во-первых, это действительно самый крупный селекционный турнир, это факт. Во-вторых, наши площадки позволяют именно вместить какое-то количество людей намного больше, чем на других площадках, где обычно проводят местечковые турниры. Более того, это официальная организация, зарегистрированная в Москве, со спортивными кодами буквет. Часть наших мероприятий проходила в едином календарном плане с мероприятием Москвы. И организации, только Жар Промоушен, около 3 лет. Я считаю, что этот турнир профессиональный. И то, что мы делаем, это качественно и профессионально. Мы выполнили все условия согласно закону для того, чтобы находиться в правовом поле на момент проведения данного мероприятия. Мы не нарушили ни один закон. Сборы, охрана, договора с площадками, уведомления органов. Все было соблюдено в полном объеме. Поэтому коснется ли это нас? Нет, нас это коснуться не должно. Мы уже общаемся с сотрудниками и Центра противодействия экстремизму, и МВД, и прокуратурой. К нам, к организации, законных претензий, оснований для законных претензий нет. Все основные претензии к тому, кто устроил конфликт. Со своей стороны, мы на 100% выложились, выполнили все, что было необходимо, и обеспечили порядок, как только это смогли сделать, в моменте, как только смогли. Гарантировать, что опять такие же люди где-то не появятся, там, в театре кто-то перебьет, кого-то клеманет, кинет пустой бутылкой и потом скажут, что он там кого-то оскорблял чем-то. Ну, это неправильно, так нельзя говорить в любом случае. То, что делаем мы делаем официально и законно, и мы продолжим делать официально и законно. Инстаграм Вестника ММА – это самая крутая страница, на которую обязан подписаться любой болельщик ММА во всем мире. Горячие инсайды, уникальные новости, розыгрыши призов, прямые трансляции со звездами ММА и ответы на все ваши вопросы. Еще не подписаны? Тогда бегом исправляться!